3 мая, Харьков, 14 год. Аллея Харьковской сирени. Так, пошли с самого начала. Ирина Борисова. Родион Нахапетов. Что такие детские ручки? О, там памятник. Ален идем Делон. Туда на памятник. Ну, уже на что-то похоже. Идем туда в памятник. Юджин Мамут. Да сейчас, подожди, Остап Ступка. О, уже умер. Алексей Петренко. Да ладно, вот это такая маленькая ладонь. Странно. Жан-Поль Бельмондо. Сыночек, ну а мы же не стоим. Максим Дунаевский. Да ты посмотри, у нас все были. Шарль Жерар. Все, подлинное, да. Так, тут как-то Людмила Гладунко. Как дактилоскопия какая-то. Пальцы, отпечатки пальцев остались. Борис Токарев. Наталья Фатеева. Катя Ченко. Жора, что ты смеешься, не пойму, что смешно? Пьер Ришар. О. Богдан Ступка. One more time. Ничего не понял. Наверное, то был не тот Ступка. Богдан Ступка умер, а там кто был, не помню. Владимир Дашкевич. Алла Сурикова, боже мой. Ну это вообще. Ну малюсенькая, прямолюсенькая ручечка. Как велоцираптора след. Практически. Владимир Фокин. Милен Демонжо. Классно. Не, ну дети детьми, честное слово. Да посмотри. Жорка, это тебе сколько? 4 года? 4. Так. Пойдем сюда на памятник. Подожди, сейчас он еще я Быкова сниму. Еще ничего не видно мне. С экрана отсвечиваю. А вон у нас 50-я параллель. Ой, извини, сынок. А мне вообще не больно. Че ты? Ну, я извиняюсь не только тогда, когда тебе больно, а вообще, когда человек извиняется, когда допустил неловкость, не обязательно сопряженная с нанесением телесных ушкоджин, господи. Пошли на 50-ю параллель. Харьков стоит на 50-й параллели. Понятно, сыночек? Вон она, эта параллель. Сейчас мы туда дойдем, посмотрим. А вон, смотри, какой фонтанчик. Видишь? Видишь, фонтан он бьет. Нанося телесные ушкоджения. Пошли. Да сейчас позвонит тетя Уля. Вон, видишь, что там на диване лежал-лежал и окаменел. Видишь? Ужас, что творится. Что такое? Что случилось? Вот она, 50-я параллель.
Ну да. Вон наш город Харьков. Где город Харьков? А вот написано Харьков. Я здесь живу, на Харькове. В Харькове. Я иду, гуляю, гуляю. Париж. 2433 километра. Вот такой длинный город. Вон, смотри, какие фонтаны, сынуль. А вон, смотри, зеркальная струя у нас. Да, это символ города Харькова, зеркальная струя. Ну, вон она, вон там, как раз через светофор, если смотреть. Пошли ближе, я подойду, покажу тем. А вот там памятник Шевченко. Что отсюда ничего не видно. Вон там зеркальная струя. А вон там памятник Шевченко. Ну это памятник, как называется. Пошли покажу. Что-что? Кто лежал на кровати? Та дядя какой-то ленивый. Какой-то ленивый дядя. Это у нас улица Сумская. Жорка, шире шаг, сынок. Все. Ну давай ручку, даже зеркальный струй тебя доведу. Готов. Свадьба, смотри. Где зеркальная струя? Вот это вот и называется зеркальная струя. Фонтанчик — это зеркальная струя. Да, и вот это вот здание такое, не здание, как это называется? Не знаю, как это, строение. Не строение, а архитектурный какой-то такой ансамбль. Вокально-инструментальный.